Певица Валерия – частый гость церемонии «Золотой граммофон». Как и всегда, ее образ элегантен и продуман до мелочей. А проникновенная и чувственная манера исполнения никого не оставляет равнодушным. Задержка рейса, Рига-Москва, до 10 утра. И я не знаю, как мне скоротать эту ночь. На темном небе время прилета, звездное табло. Не астрономия, чтоб не разгадать его точно. И давай все вместе. Три огонька у созвездия темы мерцают вдалеке. Рига, Москва, сквозь облака. Три огонька у созвездия окна зовут меня к тебе. Балтийский берег будет скучать, чайки будут ждать, когда вернешься, и я буду рядом с тобой. Та чашка кофе твоя не остынет в маленьком кафе, открытом в полночь для нас, как всегда. Певица Валерия к своему юбилею устроила грандиозный сольный концерт, участие в котором принял ее сын Арсений Шульгин. Многообещающий пианист весьма уверенно идет по музыкальным стопам своей мамы. Мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, ритм сердца забыв, здесь разлукой прожить, память ленью накрыв. Трудно боль перешить, слаще радость веселья, лучше все позабыть. Но почему же мы боимся любить, не краснеть, задыхаясь. Легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли,
больше не вернуть нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, ищем путь по прямой, душу кровью облить, доступ кода слепой, звук любви одолжить, чтоб с ума не сойти, лучше все позабыть. Но почему же мы боимся любить, не краснеет задыхаясь, легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Мы боимся любить, не краснеть задыхаясь, легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Краснеет задыхаясь, легче рядом не быть, за глаза усмехаясь. Мы боимся любить, ревность ложная мука. Дни прошли не вернуть, нежность, страсть и не скука. Но почему же мы боимся любить? Сердца.
сердца улетят, чтобы вновь согреться. Звезд города, с неба звезда, манит меня к тебе. Жительная Валерия – частый гость церемонии «Золотой граммофон». Секрет такого успеха – в проникновенном вокале и душевности исполнения каждой песни Валерии. Небо надо мной, вокруг той гостиной, как жемчуга, студеная река. Она поляне два костра, два брусничные куста. Первая любовь, и мы вдвоем с тобой, ладонь в ладони, на губах огонь. Ой, сладкая ягода была, только речка унесла. Унесла. Птица разлука, ты летишь куда-откуда, над студеной, над водой, в зеленую страну, в зеленую тайгу. Птица разлука, если ты моя подруга, я с тобой вернусь домой, в зеленую тайгу, где брусника на лугу. Снова вижу сны брусничные, костры, моя река и волны жемчуга. Там лебедь по небу плыла, уронила тень крыла. И забытый след любви, которой нет, ладонь в ладони, на губах огонь. Ой, сладкая ягода была, только речка унесла. Птица разлука, ты летишь куда? Очаровательная Валерия для выступления на сцене «Золотого граммофона» заказала платье у известного дизайнера Игоря Чепурина. Песня «Капелькою» так же очаровательна, как и сама Валерия. Между строчек чистого листа не найти ответа на вопрос. Выше, чем любая высота, мир, который ты меня унес. Капелькою неба, лягу на твою ладонь. Пылью станет небо, и сон исполнится любовью.
несет, тишина разбудит все слова. Что должно быть, все произойдет, потому что ночь всегда права, права. С удовольствием вручим ей еще один золотой граммофон. «Никто, как ты» поет Валерия. Несмотря на то, что большую часть времени в этом году Валерия проводила за границей, она остается верной России. Сегодня золотой граммофон у Валерии за песню «Никто, как ты». Никто не может.
великолепная Валерия каждый год неизменно радует своих поклонников новыми песнями. Но сегодня нас ожидает особое семейное выступление. Певица аккомпанирует на фортепиано ее младший сын Арсений. Валерия уже в седьмой раз получает статуэтку граммофона, но сейчас она впервые выступила как соавтор песни «Мы вместе». Мы вместе, мы вместе.
хрупкая, изящная женщина с мощным голосом и сильным характером, частая гостья «Золотого граммофона». А еще она первая из исполнителей запустила свою ювелирную линию. Должно быть, бриллианты от Валерии такие же красивые и притягательные, как и ее песни. Может, зажглась любовь в счастливых глазах моих. Слышишь, сердце забилось в такт. Боишься спугнуть, не веришь, не дышишь. Не обмани, не пропади, ведь это все тебе знаешь. Нежность моя не растеряна, на семи ветрах не развеяна, по пустякам не разменяна. Я ждала тебя, только тебя. Слышишь, как это важно и дорого отыскать любовь. Дуэт Валерии и Стаса Пьехи оказался очень удачным. Песня «Ты грустишь» нашла понимание у большинства жителей нашей страны. Одно непонятно. Отчего же Валерии и Стасу грустно? У нее большая и дружная семья, а у него впереди вся жизнь. Ты грустишь и глазами
ты грустишь, я грущу. Она идеальная героиня для создателей фильма «Москва слезам не верит 2». Счастливая жена, мать троих детей, успешная певица, просто красивая женщина, лауреатка золотого граммофона Валерия. Везет же некоторым. Yeah.
Вся страна искренне поддержала новый этап в творчестве Валерии. Да так, что песня «Часики» несколько недель подряд лидировала в хит-параде «Золотой граммофон».